общая тенденция не только нашей компании, но и мировая на развитие современных технологий, на уменьшение ручного труда, на автоматизацию управления, развитие компьютерных технологий и тому подобное. То есть все сводится к тому, чтобы максимально снизить нагрузку на людей, сократить их количество на производстве, многие функции отдаются компьютеру, управление производством возможно теперь в удаленном формате. Не секрет, что в Европе фермы относительно небольшого размера и, как правило, частные. Эти технологии дают возможность собственнику не жить на ферме, так скажем, а жить полной жизнью, не теряя контроль над производством. В условиях России более распространены крупные индустриальные комплексы. Эти технологии дают возможность крупным холдингам эффективно управлять множеством производственных площадок, не теряя в качестве и не увеличивая штат. Безусловно, людей нужно меньше, но их навыки более высокие должны быть. То есть нужен более интеллектуальный, более образованный персонал, что дает возможность существенно повысить производительность труда. Есть несколько направлений. Первое и самое главное – это извлечение максимальной прибыли нашими заказчиками, то есть минимизация затрат труда, кормов, электроэнергии и так далее. Также имеет место и требования рынка со стороны, так скажем, их зеленых партий, да, то есть улучшение качества содержание животных, более гуманное отношение к ним. Особенно это востребовано в западноевропейских странах, но постепенно эти тенденции распространяются по всему миру, в том числе и в России. Оборудование модульное, и оно подходит абсолютно для ферм любой мощности. У нас есть масса заказчиков малых фермеров, чуть ли не подворных хозяйств, и также десятки сверхкрупных холдингов, и все с равным успехом используют оборудование. А современные технологии, особенно для малых предприятий, малых фермеров, дают возможность сделать это максимально легко и наименее затратно. В ЮКАГРО мы участвуем всегда с дня основания этого формата. Я считаю, это лучшая выставка Юга. Я думаю, что многие со мной согласятся. И даже на фоне федеральных крупных выставок, таких как там, «Золотая осень» и тому подобное, я считаю, она выглядит вполне достойно. Масса представлена компаний и достаточно много заинтересованных заказчиков, фермеров, руководителей предприятий, профессионалов. Так что мы очень удовлетворены этой выставкой.